Осенью традиционно стартуют новые сезоны конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей». За пять лет работы платформы участниками ее проектов стали более 20 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира. Найти единомышленников, завести полезные знакомства, поступить в ведущий вуз или получить образовательный грант. Для того, чтобы реализовать свои таланты, достаточно подать заявку на участие. Подробности в нашем сюжете. Получить возможности для своего развития в России может каждый человек, независимо от того, где он живет, какую профессию выбрал. Во всех регионах нашей страны идет прием заявок на проекты президентской платформы «Россия – страна возможностей». Школьников, студентов, профильных специалистов и целые семьи ждут конкурсы и проекты, которые откроют новые перспективы и помогут в самореализации. Конкурс – это у нас семейные, с возможностью выиграть 5 миллионов рублей на покупку квартиры или дома, или большое семейное путешествие по России. Центры компетенций – проект для студентов, которые хотят прокачать свои навыки и построить индивидуальные траекторию развития. Проектом топ вы научитесь успешно вести социальные сети. Конкурс для тех, кто хочет создавать игровые проекты и работать в индустрии игр «Начни игру». Для профессионалов в сфере IT «Цифровой прорыв. Сезон искусственный интеллект», где начинающие и опытные специалисты могут принять участие в международном хакатоне в Москве. Стартует прием заявок на конкурс для специалистов индустрии туризма «Мастера гостеприимства». Для тех, кто готов меняться и менять мир, выполняя полезные задания, программа развития ⁇ другое дело. Участники получают виртуальные баллы и обменивают их на реальные возможности от партнеров проекта. Следите за новостями. Каждый может принять участие в проектах президентской платформы ⁇ Россия ⁇ страна возможностей ⁇ Проявить свои таланты, лидерские качества, укрепить семейные традиции, развить навыки и получить свежие знания, а также найти новых друзей и выиграть классные призы. Желаю всем новых побед! Подать онлайн-заявку для участия в конкурсах можно из любой точки нашей страны на сайте rsv.ru.